Областное телевидение приглашает вас в Магнитогорск, где через несколько минут начнется поединок между магнитогорским «Металлургом» и челябинским «Трактором». Историческое противостояние. Сегодня игра будет еще тяжелее. Да, уральское дерби, так называемое. Долгожданное уральское дерби. Челябинский «Трактор», магнитогорский «Металлург». Директор школы постоянно спрашивает тренеров, как сыграли с «Магниткой». Принципиальные соперники российского хоккея. Происходит борьба между школами. Металлург Трактор. В чем сила, брат? Металлург – топовая команда. Челябинск – это маленькая Канада. Наш город, ваш город, чей город лучше? Историческое противостояние. Вот. С Новым годом! Марк – один из первых нарушителей. Дисциплины, порядка, азартное и постоянное желание быть первым во всем. Продолжение нашей серии «Кто лучший? Трактор, магнитка». Антон, он спит и видит себя в НХЛ. Он ни разу никогда не нарушал дисциплину. Он этой мечтой живет. Каждый год 3500 пацанов готовых рвать и метать. У масса примеров, не справился, не пережил. До последнего царапался, пытался, ездил там по командам низших лиг. Я другой жизни не представлял, я думал, я заиграю. Мам, помоги, я не могу. Помоги, я не могу. Когда у вас в голове сидит цена ошибки, вы ее совершите. Ты, бабушка, не понимаешь, в НХЛ каждый мечтает попасть. Поэтому здесь такая тонкая грань, что ты одержим, но потом ты можешь потерять себя. Конечно, мы ждем звезд наших новых. Мы ждем свою уральскую звезду. Она придет. Придет все равно. Готовы? Да! Готовы? Да! Вопрос только, где она появится.